Такие сложные времена, в первую очередь, люди обращаются именно к каким-то культурным вещам, к сериалам, к фильмам, к тому, что помогает им именно, собственно, уйти эскапизм. Было ощущение какой-то параллельной жизни, которая у меня была, которой гораздо ниже ставки, в которой я никуда не опаздываю, и пока я справляюсь с какими-то стрессами своей настоящей реальной жизни, я могу подумать о том, что меня ждет что-то хорошее в этой параллельной жизни.